классная тачка. Ты другую не видел. Он сделал то, что не удавалось полиции. Нельзя брать закон в свои руки. По крайней мере, он добился результата. Брюс, поддержите меня. А? Ну, если кто-то наряжается летучей мышью, то это, знаете, диагноз. Но он помог поймать самого Фальконе. А теперь полиция ловит его. О чем это говорит? Завидует. Сэр, у нас декоративный бассейн, и у ваших подруг нет купальников. Что тут скажешь, европейки? Я вынужден попросить вас удалиться. И дело тут не в деньгах. Видите ли, я покупаю этот отель. И обязательно введу новые правила купания. Я считаю, Бэтмен заслужил медаль. И смирительную рубашку. Брюс? Рэйчел? Значит, ты вернулся? Что с тобой? Да решил искупаться. Ух ты! Класс! Рад тебя видеть. Тебя долго не было. Да уж. Как жизнь? Так же. Да. На службе труднее. Мир нельзя изменить в одиночку. А что мне остается? Ты слишком занят купанием. Рэйчел, знаешь, все это... Это не я. В душе я... Я другой. Поехали, Брюс, поехали! С нам пора сломать другие отели! Брюс. Возможно, в глубине души, как и прежде, ты отличный парень, но... О человеке обычно судят по его поступкам.